Приветствуем всех. Поначалу как-то даже и удивился, почему можем атаковать эту провинцию, но потом вспомнил, что у нас же здесь вот новое обретение. Марш флота. Флот на марше. Звучит странно. Хорошая дорога, развитая транспортная система позволяет быстро перемещаться по собственным территориям. Заход может передвигаться на 3 территории. Это не позволяет вам атаковать несколько раз. Но, по крайней мере, что быстро можем добежать, куда нам следует. И поскольку тут, я смотрю, очень хорошо окопались имперцы, рассчитываем взять хотя бы вот эти две провинции. Хотя бы. Низины Елаганда. Фактическая часть Елаганды, в которой находятся древние врата, прилегает к городу Каурав. Врата обеспечивают бесперебойное функционирование межпланетных торговых путей, которые стали источником богатства ни одного купца. Но есть и другая Елаганда. Это пропитанные влагой земли, испещенные болотами, реками и каналами. В раскиданных повсюду мазанках живут люди из низин, отважные и молчаливые. Выходцы из этих мест считаются одними из лучших бойцов имперской гвардии. Защитники Кауравы. 252-й полк имперской гвардии. Собеседование при повторном приеме на службу. Расшифровка записи голоса. Я вернулся, потому что я знал, выбора у меня нет. После 17 командиров мне сказали, что я могу уходить. Бойц тяжеловооруженного взвода был на 2-й-4-й планетах системы. Я думал о горах, наполненных орками. Мы живем в низинах, и гор практически никогда не видели, только орков. А в последний поход нам встретились исчадия хаоса. Вы не поверите, когда я скажу, что видел там. Не поверите, но самое ужасное, что я видел там... Суриба. Суриб был с ними. Тот Суриб, с которым мы росли на одной улице. Истинный житель низин. И он пришел на их сторону. Я понимаю, что не стоит об этом говорить. Это неправильно говорить так о своих собратьях, хотя нет, я не прав. Я больше не житель низин. Я хочу вернуться, комиссар. Я гвардеец. Другого пути нет. Результат. Был застрелен за еретические молитвы. Блин, две базы, надо было взять десант. Ладно, посмотрим. Может, как-нибудь выкрутимся. Ну, точнее, расчет на то, что мы найдем хотя бы одну базу у врага, да, раньше, чем он успеет достаточно набраться сил. The engine's brain!
Он же куда-то сюда убежал. Ну, с рабочий. Let them fear our blades. Strike swiftly. Если я правильно понимаю, надо добить еще одно производственное здание. Но где он его спрятал, конечно, вопрос отдельный. Victory countdown has begun. О, ужас. Так. Skin them. Get them. Skin them. Да, задолбали. Какого хрена они били стратегическую позицию? Ready!
cyborgs ready! Speed! Spoils of war shall be ours. Eyes go, 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 go! Death from above! I can go faster. Victory countdown has begun. Until taken hold victory. I can go faster. We heed the call to you will know pain. Until take and hold victory. Four minutes until taken whole victory.
Fear me. Вот тут... Ладно, то, что вы поставили необходимость уничтожить все производственные точки противника, хрен бы с ним. Но зачем вы надоумили бота, хрен знает, где эти самые точки прятать? Нет, серьезно, просто тут вот проигнорировал одного бота, который строитель. И он где-то все-таки поставил, хрен знает где, производственную точку. Он мог даже ее не достроить, вот, но сам факт, что она где-то здесь есть и якобы может достроиться, уже не дает нормально выбить противника. Until take and hold victory. Flight and mayhem! I can go faster! Raise the flag of Kamaror! We live for the thrill! Raise the flag of Kamaror! I can go faster! Hoist the banner! Flight and mayhem! Raise the flag of Kamaror! Flight and mayhem! I long to shed blood. It is ours now. The wind moans a fire. One minute until take and hold victory. Until take and hold victory. Какой же это маразм, блин. О, город Каурав. В сердце Каурава один располагается огромный город Каурав, который, в свою очередь, является частью другого города, растянувшегося на Дусалу и Виасастан. Блин. Но именно Каурав является олицетворением культуры Империума в системе, ее столицей и местом, где расположены величайшие университеты, библиотеки и храмы Экклезиархии. Сам город похож на лоскутное одеяло из новых и старых разрушающихся частей. Новые здания строятся в окружении разрушенных и сгоревших, трущобы соседствуют с роскошными усадьбами и процветающими деловыми центрами. Летопись города Каурав. Запись ЕТТКК, статья 9.
Ежегодная процедура очищения назначена инквизитором лордом Сера Глазни из Ордо Херетикус. Цели – провести очищение всех районов города, в которых увеличилось число подверженных разврату и пороку жителей. Очищение проводится ежегодно при поддержке серверов Имперской гвардии и Adeptus Orbitus. Отчет. Во время этого очищения было выявлено 1700 еретиков и мутантов. Все они были сожжены на кострах Инквизиции. Лот Сероглазния должен вернуться не позже, чем через 100 лет и проверить эффективность процедуры очищения. Заключение. Ежегодная процедура очищения – важнейший элемент эффективного управления Кауравой-1. И опять мы забыли подкрепление. Ну, тут особо много мест нет, где искать. Так, сначала сюда. Так, значит, вот туда движемся.
Ну вот, небольшая карта, и негде было ему куда-нибудь запрятать. Хоть одно, возможно, даже недостроенное производственное здание. Ладно. Все, сейчас, наверное, просто выбьем гвардейцев. И потом уже будем дочищать вот эти вот позиции. Ну а так, на этом пока что все.